Ребята, всем привет! Приехали с другом Лехой на охоту сегодня. Охота сегодня будет с махокрылом. Леха сделал сам вот такое вот чудо. Расскажи что-нибудь про него. А что рассказывать? Самодельный махокрыл, съемная голова. Значит, мотор сделан своими руками. Привод, как обычно, резиновая. В общем, есть у меня вот такие же махокрылы, скажем так. Можно сказать, заводского производства. Леха взял и сделал русскую копию, настоящую, не китайскую. Сейчас посмотрим, как это на это будут реагировать утки. То есть махокрыл полностью самодельный у Алексея. У меня там с собой еще несколько чучелов есть. Рядом с нами сейчас трясина, буквально там метров 300 максимум пройдем и встанем. Мы в костюмах. У Лехи что-то у тебя костюм низковато висит. Костюм нормальный. Лямки, не хочешь подтянуть? Я сам невысокий. Сам невысокий. Ничего не сказал. Запускается у нас пульта. Запускается у Лехи махокрыл с пульта. Ну также и глушится с пульта. В общем, это копия лучше оригинала. Должно работать, ребят, не знаю. Сами первый раз пробуем. Надеемся, что утки будут прям садиться к нему. Как ты думаешь? Да думаю, будут. Ладно. Второй не стал брать. Сейчас один испытаем. Боевое крещение. Да. В общем, пойдем пробовать. Есть первая уточка сегодня. Первый выстрел, первая же утка. Сейчас пойду подбирать. Пока патрон добавлю. Ребят, только вот чучела расставили. Буквально только зашел, курень еще не все везде заломал. Она в лоб прилетела. Ну, удачно. Так, что, никто нигде не летит? Пойду подберу, поди пока. Отлично. Первая добыча сегодня такое. Неплохо. Уже добыча. Не знаю, на что он среагировал, на махокрыл или на чучела. Но прилетело четко в лоб. Ладно, ждем еще. Еще где-то есть у нас часок времени. Есть. Еще одна прилетела уточка. Один выстрел. Че говоришь? Да. Что-то они ко мне летят, а к тебе нет. Ну, может, дорога здесь у них. Может быть. Широконоска. Тоже хорошая утка. Что-то все по одной. Уже табумбу налетел. Когда табум налетит, глаза разбегутся и буду куда попало, наверное, стрелять. Из-за спины прилетел, я его даже не видел. Черочек, по-моему. Да не по-моему, а точно. Я на тех прямо, которых ты сказал. О, Лёш, прямо. Черочек такой. Деликатес, Лёха. Первым что-то промазал. Близко налетело хорошо. Крикошина это, по-моему. Долго никого не было.
Крикошина молодой. Ну, уже неплохо. Уже не с пустыми руками. Первым что-то поторопился куда-то стрелять. Справился, нормально уже выцвел. Попал. Меточка работает, крикоши летят. Так, ребят, удалось нам с Алексеем добыть. Лехе 3 удалось добыть. О, тебе 2. Мне 3. Охота, в общем, была удачливая, но не очень добычливая. Я ну, давай. Первых грязь. 3 раза я вообще попал. Леха тоже у нас отлично стреляет. Неплохо было, но... Одного Алексея не удалось взять, потому что в камыш упал уже потемну. И что-то, и, по-моему, под ранком падал. Да. Я пытался его найти. Ну, Леха, честно, пытался, ходил там что-то, пыхтел в камышах. Нормально. Что скажете? Пойдет. Пойдет. Вообще, всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Дальше будет интереснее. Всем пока. Пока.